Изменится количество поездок по единому социальному проездному билету не только во время дачного сезона. Андрей Клочков озвучил решение увеличить их число до 70 вместо 60 на все остальное время. Я абсолютно убежден, что сегодня, несмотря на все сложности с бюджетом, о чем мы постоянно говорим, задачах по поиску новых источников финансирования, налоговых поступлений, нам необходимо уделять внимание нашим самым незащищенным и людям, кто имеет необходимость и возможность получать социальные гарантии. Поэтому мы изыскали около 50 миллионов рублей для компенсации этой разницы дополнительных поездок. И мы их направим, надеюсь, что наши получатели льгот смогут воспользоваться и в период дачного сезона, ну и съездить с внуками, отдых, ну и обеспечить свои потребности.